И начнем выпуск ситуации в Актюбинской области. Там спецкомиссия подсчитывает ущерб от паводков. Сейчас в регионе находится глава МЧС Юрий Ильин, оценивает ситуацию и координирует работу по ликвидации последствий подтопления. Он посетил ряд населенных пунктов Кабдинского и Уилского районов. 75 семьям, пострадавшим от паводков, перечислят материальную помощь в размере 500 тысяч тенге из внебюджетных средств. А тем, у кого дома не подлежат восстановлению, приобретут новое жилье, сообщили в акимате Актюбинской области. Напомню, накануне в селе Харатал Уилского района талые воды прорвали земляную насыпь, которую соорудили для защиты населенного пункта от воды. В результате потопленными оказались 12 дворов. Вода зашла в два дома. 79 домов и 22 дворовые территории подтоплены в селе Кобда. Три жилых строения полностью разрушены, два в аварийном состоянии. Сейчас в эвакуационных пунктах остаются около 40 человек, остальные размещены у родственников. Поддержку также оказывают предприниматели и неравнодушные жители. С города наши волонтеры, добровольцы, вот около 18 ассенизаторов приехало. Вот, ребятам большое спасибо. Вот они даже оплату никакую не просят. Плюс к этому сейчас у нас вот наши предприниматели перечисляют деньги, средства. Ну и сами понимаете, вот без крова остаться, без ничего остаться считать. Сейчас даже от памперса начинает детям, вот от зубных счетов ничего нет уже у них. Потому что вот этот фонд сейчас максимально им ежедневно помогает.